Довольно часто предметом сомнений и суеверий у невоцерковленных людей становится тема православной жизни христианина. Одним из спорных вопросов является то, кто и на каком основании устанавливает цены на церковные требы. Ответы на эти вопросы вы найдете в этом выпуске программы «Простые истины». Отец Филипп, скажите, пожалуйста, а что же такое требы? Требы в буквальном смысле этого слова переводятся как прошение, просьба. В храм, когда люди приходят, они просят у Бога что-либо для кого-либо. И часто заказывают, вот это и называется требы, часто заказывают службы определенные, то ли молебны, то ли панихиды, просьба помолиться о живых или об усопших. Это и называется вот требы. Требы – это просьба. Раньше в христианстве была введена десятина. А вот что это такое? Десятина – это люди, которые отдают на храм, жертвуют на храм десятую часть своего месячного дохода. Это было еще с Ветхого Завета, в Ветхом Завете люди жертвовали. Потом было это в Киевской Руси. Кстати, первый храм на Руси был построен, и он так и называется, Десятинный храм при равноапостольном князе Владимире. Останки этого храма, фундамента, сохранились по сей день. А возле этого фундамента сейчас стоит в Киеве монастырь деревянный. Он так и называется, Десятинный храм, Десятинный монастырь. Вот почему это он так называется? Люди приносили десятину на строительство этого храма. И сам равноапостольный князь Владимир, он тоже принимал непосредственно участие в строительстве этого храма и тоже пожертвовал десятину от своего достатка. Сегодня десятина упразднена, то есть пожертвования в храме стали добровольные. Сейчас, конечно, времена уже не те, вера у людей уже не та, что было раньше. Вот раньше даже вот смотришь фильмы, старые фильмы, в каждом селе стоял большой храм, каменный храм с колокольней. Это говорит о том, что у людей была вера, и они отдавали не только десятую часть, они, наверное, отдавали еще больше, потому что село маленькое, а храм большой. А сейчас, к сожалению, люди даже не жертвуют на ремонт храма, на благоустройство храма. Это очень печально, конечно, смотреть на это все. Но это означает только одно, что у людей пропала вера, у людей пропала любовь к Богу, любовь к нашему храму, любовь к нашей вере. Это из-за этого исходит, что в нашем государстве столько появилось сект, многочисленных сект, потому что люди забыли Бога. Отец Филипп, церковь – это не предприятие, которое приносит прибыль. Но, тем не менее, церкви необходимо существовать, нужны средства. Вот так появились расценки на требы? Именно так. Раньше, до революции в нашем государстве, люди, когда вот приходил священник на приход, понятно, что с семьей, была матушка у него, жена, были дети, и как-то нужно было содержать и его, и быт его, и его семью. И люди приносили кто что смог. Кто был сапожником, приносил обувь, кто был скотоводом или фермером, приносили мясо, полностью одевали, обували семью священников. Сейчас, к сожалению, после революции, этот священник бесплатно все требы совершал. Все, что крестил бесплатно, отпевал бесплатно, молебны служил, панихиды, все делал бесплатно, так как он не нуждался в материальных каких-то благах. Но после революции вся эта традиция ушла, появились расценки на требы. Конечно же, еще тогда государство было уже отделено от церкви, или церковь от государства. И тогда храмы нуждались в ремонтах,
денег не было, никто не приносил, как мы уже говорили, что десятину никто не платил, не отдавал долг храму Божьему, не жертвовал. И велись расценки на требы. Многие не понимают, почему в одном храме цены на требы такие, а в другом цена совсем другая. С чем это связано? Расценки на требы, прежде всего, составляет владыка, правящий архиерей епархии той или иной. Потом он этот циркуляр раздает по благочинному, а благочинный раздает по приходам свое благочиние. И, конечно же, сколько епархий, столько и владык, и столько, конечно же, и разделений на расценки. Для чего используются деньги, которые пожертвовали люди на храм? Деньги идут прежде всего на ремонты храма, на поддержание бытовых каких-то условий в храме. Платим за воду, за газ, за свет. Есть определенные люди, которые получают в храме зарплату, у которых есть трудовые книги, им начисляется стаж, и, конечно же, платятся и зарплата людям, и налоги из этой зарплаты. Вот на все эти нужды и тратятся деньги. И мы сейчас реставрируем сам храм и прихрамовое здание крестилки. В крестилке уже сделали ремонт. Идем дальше, будем делать трапезную приходскую, будем стягивать здание металлом, так как здание трескается и нуждается в таком ремонте. Вот и все, конечно же, эти деньги, все этот весь металл, все это все идут откуда? Идут вот из этих треб, которые совершает священник. То ли панихида, то ли певание, то ли молебен. Вот все эти деньги идут на благоустройство храма. Безусловно, каждый приход занимается благотворительностью. Ваш храм также пожертвованные деньги использует на помощь малоимущим и сиротам? Конечно, в каждом приходе есть какие-то обеды, готовятся для малоимущих. Или вот много сейчас в нашем регионе беженцев, помогаем беженцам. Какие-то миссионерские ведем деятельность. Ну, больше всего, конечно, у нас сейчас идет акцент на помощь беженцам. То есть каждая купленная свечка, по сути, может стать малой жертвой для нуждающегося человека? Горящая свеча символизирует горение сердца, любовь к Богу и к ближнему. И, конечно же, от стоимости этой свечи эти деньги, как я говорил, что и от треб деньги идут на благотворительность, и на благоустройство храма, так и от продажи свечей. Вот многие говорят, что вот на рынке свечи дешевле, а в церкви они дороже. Но это и есть та десятина, мало даже не десятина, а единичка от десятины, которые люди не жертвуют, не отдают Богу, не отдают то, что они должны отдавать. И еще такой момент, когда человек покупает самую толстую свечу, он считает, что этим он угождает Богу. Но если он покупает эту свечу с тщеславием, с гордыней, что вот у меня самая большая свеча, а не делает никаких добрых дел, не помогает ближнему своему, не проходит мимо нищих, не смотря в их сторону, то эта жертва, эта свеча его, эта жертва, она бессмысленна. Она перед Богом, она ничто. То есть самое главное все-таки даже не пожертвования, а посещение храма, и добрые дела. Добрые поступки, так как Господь придет, когда будет второе пришествие Христово, Господь будет нас судить по количеству добрых дел,
Вот если у нас добрых дел будет больше, чем плохих, то, конечно, нас Господь помилует. Если же нет, то, увы. Так что надо стараться побольше делать добрых дел. Всегда ли необходимо жертвовать на храм? Или это дело абсолютно добровольное, вот по сердцу каждого? Конечно же, добровольно. Потому что если с подпалки это все делать, то человека заставлять, вот есть такая пословица, невольник не богомольник. Вот, человека не заставишь молиться, человека не заставишь ходить в церковь. Человек должен сам прийти, душа, вернее, должна привести этого человека к Богу, в церковь. И, конечно же, человек должен от души жертвовать. Если он пожертвовал и пожалел об этом, то его жертва, к сожалению, пустая трата денег. Хотя, как бы, с другой стороны, эти деньги все-таки пойдут на храм, но ему это не зачтется. Ему, как за доброе дело, это не зачтется.